Так, продолжаем рубрику «Долбим вагов». О, уже, короче, вот эта тяга, вот здесь она. Короче, она не поднимается. Ладно, мне нужна она. Вот этот механизм не срабатывает. Жмем на кнопку. Открытие, закрытие, да? Закрыть. Ничего. Открыть. Сам замок срабатывает, а эта штука не двигается. Закрыть. Тоже не двигается. И молчит он. Значит, он у нас закрыт, получается. Открыть, закрыть, не работает. Уже видно, что тут кто-то ковырялся. Это Volkswagen Жук, ну я так думаю, наверное, на всех Volkswagen такие косяки бывают. Будем разбираться. Ну, для начала я залил ВД-шкой. И у нас вот так вот получается. Вот он не срабатывает. Чуть-чуть придерживает, но держит слабо. Ну, почти не держит. Ну, фиксирует закрытие, но не держит. Сейчас будем разбирать тогда, смотреть, что там. Наверное, просто все грязное и все. Вот эти вот звездочки маленькие откручу сейчас все. Здесь защелочки. Где-то, где они? Здесь звездочка. И здесь вот одна защелка и все. Короче, вот такие звездочки нужны. Ну, короче, я уже закрутил, не успел, правда, снять это. Ну, думаю, не важно. Там ничего сломанного нет, там плата, конденсаторы, всякая хрень. Все механизмы целые. Короче, ВД-шки просто залил. Ее застопорило. И все. Она откисла немножко. Ну, вот, теперь работает. И закрывает, и открывает. Так что, ВД-шка в помощь. Чистый замок, и все будет хорошо. Может, кому-то пригодится.